Всем привет! Я в буше, и тут очень-очень прикольно. Как мне лучше сесть? Вот так, да? Свет лучше падает. Я в буше, и тут очень-очень прикольно. Мне очень нравится, и сейчас я вам покажу немножко кадров отсюда. И вообще, всем рекомендую. Конечно, единственное, что со связью здесь очень плохо. Постоянно пишут, что витаемо вы в Молдове. Вот такой наш двор, да, со старыми артефактами, добытыми. Домик современный, ну, пытались под старину, но не сильно получилось. Но вот эти вот, конечно, камни, вот эти структуры, вообще. И тут их много везде. Да, то есть элементы обычного. Там еще на въезде очень прикольные. Это колодец, по-моему, старый. О, а вон еще стоят. Дадамир, не лезь туда, пожалуйста. А тут что-то шумит, водичка. Наверное, чтобы дети сюда не полезли. А где-то дальше шумит. А, оно ж там, где мост. О, а тут вот. Остатки. Это там, где мы мост переезжали. Вот, всякие. Радомир, привет! Это колодец старый. О, а это само поселение, какое оно было. Было? Было. Не видишь его старый дом. Интересно, где мы находимся, да? Церковь мы проехали. А, да, вот церковь, и надо по двум речкам, да, получается, как-то ориентироваться? Вот река, а вторая вон там вот. Плохо видно, надо будет потом прийти, когда так солнце не будет светить. Радомир там, Даша, наш папа ходит, фотографирует. В общем, мы все очень-очень впечатлены. Мы сейчас тут живем, Радомир. Это как выглядел город или поселение раньше? Поселение. Ух ты, требуша. Домики. Это что? Это птичка, что ли? Требуша вот это. Это древнее такое метательное орудие. А я думала, это колодец. Ого, наш папа требуше там сейчас как метнет. Да, камень, либо камень, либо поджигали. Да, поджигали, да.
Это ж сколько силы надо. А ну, Радомир, сдвинешь? Теперь я узнала новое слово. Радомир, туда не лезь. Вы ж толкаете, и потом можете ударить нечаянно. Это молоток? Да, это такое оружие. Ого, там качается. Ой, какой столик вообще прикольный. Гляньте. Каменный стол. Вот тут вот, это там солнце садится, это значит, оно будет вот тут вот вставать. Вот тут вот мы будем утром сидеть, пить кофе. И встречать рассвет. Я вам это сниму. Конечно, вот машинка немножко портит вид. Но это такое. Рассвет мы встретим за каменным столом. Да, вот моя тень. Я вам всем привет передаю. Пойдем дальше. Радомир забрался на колонну и сейчас будет нам стишок рассказывать. Расскажешь стишок? Бе, это не стишок. Зачем забрался туда, раз не хочешь стих рассказывать? Радомир, не подходи к краю. Ну, покойтесь в речку. Да. А вон там речка внизу течет. Она вся коричневая, потому что недавно был большой дождь, и тут у многих позмывало их. В общем, их смыло. Тут, ну, очень большая такая проблема у детей, у людей. Да, сильно близко не надо подходить. В дерево врежется. А там пенечки, похоже, тоже какое-то для сборов. Смотри, Влад. Влад. Там пенечки, по-моему, тоже, чтобы сидеть там вот это вот, по-моему. И ом. Для костра. Да, для костра вон все это. Класс. Такие домики красивые. Вон там это музей. Это нам сказали музей, я думаю, мы в него еще сходим. Очень интересно послушать. Сегодня у нас суббота, завтра воскресенье, а может быть в понедельник. Вот, кстати, вывеска есть. Державный историко-культурный заповедник Буша. А час работы не зазначено. Ну, я надеюсь, что в понедельник либо во вторник он уже будет работать. И мы сможем его посетить. Возможно, даже заснять. По ходу всего мы сейчас придем. Китайцы, которые... Не надо китайцам. Тихо, сел... тихо, про китайцев, тихо. Сел на траву. Не надо нам китайцев. Надо. А может, мы встретим волшебника? Да, лучше волшебника. Не китайца, волшебника. Ой, гляньте, какой домик. Гляньте, какой домик из камешков. Гляньте, какой домик из камешков. Радомир, где ты дел тапок? Что это за козочка у нас в одном тапке? Я потерял просто по дороге. Просто потерял по дороге? Это как? Сразу надо было и обуться. Когда я чувствую, когда я бежу, я просто не смотрю. Я чувствую. Ну, конечно, чувствуешь. Потому тут что... же камешки. Нет, о. Я... Потому что, смотри, когда оно даже падает, и я на нем, я просто все равно падаю на его. Вот это тоже музей? А? Тоже. Вот это тоже музей? Радомир, не лазь по стенам, пожалуйста. Вот гляньте, если какие что, конячки. Если что, тут ничего нельзя трогать. Все трудно. Да, растения не трогай, Радомир. Гляньте, а вот какие... Вон церковь там виднеется, но сейчас, наверное, ее плохо из-за солнца видно. Ее утром будет очень клево отсюда фотографировать. А сейчас мы можем... Вот. Боже, какая прелесть. И не надо вам никуда далеко ехать. Приезжайте, покатайтесь по Украине. А вон там, видите, еще какие-то столбы. Гляньте. Очень-очень клево. Что? Ну, давайте подойдем, посмотрим, что это за домик. Заглянем в него? Пойдемте заглянем в него. О, красивая прялка в цветах. Вот это сова с рукой, гляньте, сова какая. Ой, какая сова классная. Классная, классная сова. Дети побежали к домику.
девушки. Да, это тут, наверное, жили в таких домиках. Окошки, он. Ну, тебе видно окошки. Давай посмотрим. Нет, туда спускаться не надо только. Радомир, туда нельзя спускаться. Здесь очень скользкая обрыв, потому что там скользкая глина. И нельзя туда. Видите, как оно бушует? И вода грязная-грязная. Это потому что был ливень и сошел оползень небольшой. Или большой. Мы должны были заселиться в один домик, а нам сказали, что там все разломано. Давай по мосту пойдем. Сейчас мы сначала должны всех дождаться. Поэтому тут можем походить, пока всех дождемся. Выходи на дорогу тогда. Вот, это тоже музей. Да, и мы должны были заселяться в какой-то домик другой, на той стороне. Но говорят, что там все смыло, там ни воды, ничего. В общем-то, очень большие проблемы у людей на той стороне. И вообще во всем поселении. Вон Радомир пытается крутить какое-то колесо. Маки. Вот, видите, это стена какая-то была. Да, и то есть, получается, за рекой стена. Это, наверное, вход в ворота был. У нас нет главных, у нас все равны. Вот, это, наверное, такой беседочка. Очень прикольная беседка. И вот, гляньте, кто это? А ну-ка, угадайте, кто это, гляньте, капище тут такое. Можно, да, костер разжечь. Он трогал какой-то цветок. Радомир, не трогай, пожалуйста, здесь цветы. Договорились? И вон еще один столик. Не надо его трогать. Да, смотрю. Вот такой вот. Мама, вот тут памятник. И вон там еще один столик, кстати. Тут вот еще один столик. Сейчас глянем, он каменный. О, боже! Гляньте на него. Какой скрытый камешек. И тут вот, когда чистая водичка, конечно, тут вообще... Это сейчас она такая грязная, но когда чистая, это вообще бомба. Вот тут вот сидеть, да, вот так вот и пить кофеек. Да? И говорят, сидеть у реки и ждать, пока проплывет мимо труп твоего врага. Ну, у меня врагов нету, я надеюсь. Но посидеть, попить кофеек утром я не откажусь. А солнце где-то вот там вот должно сходить. Это не... Это, ну, маленький водопад там, оно такое. Искусственный. Искусственный он. Мне не похож. Что, пойдем искать всех остальных? Нет. Вот тут такие пласты интересные. А где он? Он, это Ваня? Да. Ну, пойдем искать Ваню. Ой, березки, гляньте, лесок посадили такой. Мама. Небольшой. Так, против солнца плохо снимается. Мама. Что, солнышко? Мама. Папа наш? Мама. Нет, не говори глупости. Он вышел на дорогу, потому что он не хотел ходить по траве. Сейчас узнаем. Давай вот, вот это мы сейчас снимем. В одну, в вторую и в третью. Сейчас узнаем. Мы заблудились. Нет, мы не заблудились. Вот наш папа у нас все время в кадре сфотографирует. Кто-то, кто-то, кто-то.
хорошо. Тут мостик. Мостик тут есть? Да, маленький. Маленький мостик, какой интересный мостик. Можно пойти человеком? Не знаю. А по мостику можно походить? Не знаю. По мостику можешь пройтись. О, Яша сидит. А, там грязь, нет. Не-не-не, не ходите туда. Когда подсохнет потом, в другой день. Радомир, ты слышишь? Там скользко, видишь, как грязь. Посмотреть хочешь. Посмотрел, выходи. Когда высохнет, мы придем сюда. Мама. Вот кремние. О, это смола какая-то горная. Покажи. Покажи. Я сейчас я сфокусируюсь. Покажи. Тут минимум 3-4 вида камней настоящих крокодилов. Все, мальчики уже заняты. Мальчикам показали, что можно колупаться в камешках. Самый мудрый и сильный волк идет сзади для того, чтобы контролировать все. Ага, и пожирать слабых. Не, они тебя не едят, волки. Радомир, смотри, в лужу сейчас ступишь. Мама, я много красивых набрала. Да, очень много, молодец. Тебе надо сумку брать с собой. Что ж ты теперь без карманов, без сумки? Куда ты их сложишь? Кремний валяется просто под ногами. Все постоянно останавливаются его и собирают кремний или другие камушки. И дети, и взрослые. Видно, как вчера здесь слилась вода, да? Говорят, за 20 лет не помнят такого дождя. Что? Фигуры? Кто? А, щеночки. Да, есть там щеночки. Ну, какие щеночки, мимимишечки. На ключ нет? Ну, на этот, да, да. Все, Киса, привет. Привет, ага. Привет. Идем. Привет, привет. Идем. Привет, привет. Радомирчик, идем. Радомир. Угу. Угадайте, что это? Где? Знаешь, что это? Где? Вот, вот это вот железная конструкция. Нет. Это вот так вот чистить ноги, когда грязь набирается. Когда грязь вот так вот берешь и чистишь. Радомир! Ку-ку, ку-ку. Идем? Что там случилось? Давай, Радомирчик, быстрее. Ну, хороший дождик шел, тепло ей было, она выросла. Вот так вот мы погуляли. Если вам понравилось, ставьте лайк. Или приезжайте сюда. Всем удачи. Пока-пока.